Приветствую вас. На самом деле я солидарен со своим коллегой в том плане, что оставаться вам лучше всего не с тем, не с другим партнером, потому что обоих партнеров вы, скорее всего, используете для своих целей. Вот. А обоих партнеров вы используете для каких-то своих нужд. Вот. И это нездоровые отношения на самом деле. Логично было бы предположить, что для построения здоровых отношений нужно в людях не нуждаться. То есть вот желательно, чтобы вы не нуждались в людях для того, чтобы выстраивать именно здоровые равноправные отношения, которые могли бы, ну, так или иначе, вас реализовывать, да, раскрывать. Вот. А для этого человек не может, человек не должен являться самоцелью, да, для этого человек должен быть кем-то, кто идет, значит, с вами рядом, вот, к, ну, к цели общей, понимаете, какая история, вот, поэтому я думаю, что вам необходимо проанализировать свою потребностную сферу, вот, и, соответственно, уже исходя из этого, подкорректировать свое поведение, вот, повысить самодостаточность, вот. И уже после этого выстраивать отношения с людьми на другой совершенно основе. Вот. А другая основа, она может быть любой, но выбранной свободно. То есть не исходя из ваших желаний. Вот. Только в этом случае отношения могут быть равноправными, полноценными, вот, и приносящими наслаждение от каждой проведенной минуты. Вот. А так, ну, сами понимаете, Виктория, что выбирать людей, да, словно, я не знаю, словно, вещь, вот, это далеко не самый лучший расклад, который является, к тому же, еще и в некоторой степени оскорбительным для людей, с которыми вы взаимодействуете. Вот. Ну, то есть, если вы вот человека любите, да, вот, как вы считаете, он, человек, я имею в виду, достоин того, чтобы его воспринимали как, ну, именно вот как вещь. Вот. Просто подумайте об этом. Я думаю, что вы придете к определенной мысли, я думаю, что вы придете к определенной идее, вот, и тогда вам станет понятно, где и что вы, значит, ну, делали не так, где и что вы действовали, где и как вы действовали не совсем адекватно. Вот. Я полагаю, что это и будет
с ответом на ваш вопрос в любом случае, так или иначе, вот. Вот, в принципе, то, что можно вам озвучить. Ну, а более подробный ответ, более подробную рекомендацию можно вот, дать только в том случае, если будет проанализирована ваша история, да, вот. Только в том случае, если будет понятно, с чем конкретно мы имеем дело, вот, и, соответственно, в чем заключается ваша проблематика. Потому что, ну, вот, на данный момент нельзя говорить о том, что ваш вопрос поставлен корректно. Вот. Наоборот, я бы сказал, что он мотивирует на то, чтобы мы значит, как-то вот вам рекомендовали, что делать. Вот, мне не кажется это чем-то, ну, чем-то таким правильным, да, то есть именно вот не кажется, что это что-то конструктивное именно для вас. Вот. Надеюсь, вы услышали мою мысль, вот, которую я хотел до вас донести. Вот. Мысль, она заключается именно в этом. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.